Многие ученики покупают себе штуки, сделанные на 3D принтере, и покупают какие-то пластиковые трости, которые как бы там звучат, и они хорошие. При этом вы всегда должны помнить о своем здоровье, потому что тот мундштук, который вы покупаете, будет находиться у вас во рту. Та трость, которую вы берете, которая сделана где-то на коленке, непонятно из чего, она тоже будет находиться у вас во рту. И вы всегда должны помнить, что вы глотаете слюну, что вы это все время играете, и это не один час, это постоянно. Поэтому все фирмы, которые вот есть в Андоран, есть там престижные фирмы, они стоят дороже, но когда ты их покупаешь, ты точно знаешь, что люди позаботились о том, чтобы материал, из которого сделан мундштук, был, не повредил твоему здоровью. Поэтому я, конечно, понимаю, вы хотите хороший звук, но, ребят, ну о здоровье тоже надо о своем позаботиться и помнить об этом всегда.